Всех приветствую на канале Дорожник Эволюшн. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова 15 ноября 2024 года. Посмотреть, как это было. Продолжаем предыдущих сюжетов от 15 ноября, кто смотрел. Это третья часть. От первой дачной проедем по проспекту имени 50 лет октября Дублёрова с выездом на Сапёрную, Лунное, Дубовиково и возвращение опять на проспект. Чуть-чуть ипподромная, Шахурдина, проспект Строитель Дублёр до Тархова и по Тархову до перекрестка улица Чехова-Батавина. Вот так вот проедем. Исторические кадры. В Ютьюбе, Рутюбе, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читайте, отвечайте, где кому как удобно. Все как обычно. Вот такой это был день. То есть обмену возврату не подлежит. Да, музыкальное сопровождение. Хиты 2007 года. Кто-то слушал, кто-то не слышал. Выставляю, чтобы послушали. Некоторые действительно, я как всегда говорю, даже и не помнишь этих песен. Ну вот так вот и бывает. Песни спели и забыли. А некоторые песни действительно долго помнятся. Следующие сюжеты будет уже от 16 ноября, тоже выставлять буду все, что есть у меня пока в архиве, пока нет возможности выехать. А вот проехали, сейчас заметили, здание долго пустовало, оно там за забором стояло, и вот все-таки его взяли в руки и сделали медицинское учреждение, что-то там еще, то есть где-то что-то разваливается, где-то что-то ломается. Сейчас будем проезжать мимо, где у нас находится театр. Вот что-то на опера-балета нашего Саратовской области. Так что он здесь находится, пока тут у нас здание на Театральной площади ремонтируется. Да, можно было бы проехать и по центральной проспекту имени 50 лет октября, но решил здесь вам еще показать вдоль предприятий, что можно тоже проехать, и дорога здесь уже не такая, когда раньше-то, помню, была яма на яме. Ну а дальше не буду вам мешать, сейчас увидите еще улицу Сапёрную, которая от слова ее сапёры, наверное, прокладывают эти асфальт, когда ремонтирует, то есть она от слова постоянно такая. Вот я не помню, когда ее только сделают, почему-то она опять такая. Ну, как улицу назовешь, так она и будет, я так думаю. Да, выезжаем вот на проспект центральный. Не буду вам мешать, смотрите, слушайте. Чем ты мне строишь глазки, манишь?
Хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Этой ночью с пятницы на понедельник тратим время, сливая килограммы денег. После небольшого перформанса на сцене восседая в клубе с моделью на коленях, бэйби. Объяснишь, научишь, почему вы любите, чтоб вас считали с***ми. Знаю, что ты не такая, зажигаем, выбирай коктейли в баре, да. И пусть мешает, нас не раздражает. Жарко, но не душно, я фристайлю. Чушь тебе в уши, чувствуешь мой жар. Ты меня хочешь тоже, очередь в чиллаут. Большой диван из кожи позже. Этой ночью некуда спешить, мы возбуждены и молоды. Впереди вся жизнь, двигай всем, чем тебя мама смогла наградить. Все думают сегодня, будто рождены тусить. Будущую маму. Хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Красотки в минимальных платьях ласкают взглядом, как металлоискателем. Что примечательно, ищут приятели. Игра обещает быть занимательной, да? Ищите нас в списках VIP. Не там, где диско, где рэп и R&B, где киса к себе примеряют коты. А кискам нужны те, у кого карманы не пустые. У меня проблема, купюр котлета. Помоги мне, бэйби, за ночь все истратить это. Летим, клубимся в дым. О том, кого как зовут, на завтра может и не вспомним. Формы, обтянутые тканью. Глядя на них, бэйби, хочется сказать: мама, тебе надо сниматься в рекламе с этими пузырями, что так красиво искрятся в моем бокале. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхали. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. 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 Пробираю до нутра низов частоты. Свежий воздух, стены мокрые от пота. Кто ты? Можешь сама придумать имя. Танцпол охватил пожар, мы в его середине. Украшение строптивы, я и сеньорина. Мне очень нравится ее сережка в пуповине. Ее неприличный взгляд и силуэт, спортивная эйфория. Подогрета, как после текилы. Покажи, что ты умеешь, я смотрю отсюда. Покажи себя, не бойся, ревновать не буду. Не стесняйся и с собой, пригласи подругу. Еще ночью, еще рано уезжать из клуба. Мы с тобой раскачаем это место. Своим танцем поджигаешь подо мною кресло. Твое тело оживляющее средство. Когда мы отдыхаем в зале тесно. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Будущие мамы, хвастайте телами, парни, не бойтесь, обнимите их сзади. Раскачаем клуб сегодня вместе с вами, пусть все знают, как мы отдыхаем. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите горячо. 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 Лига.
вот потом все плохо получается. Идет крутилово, идет мутилово. Да на наш баблот вот так закоротилово. Ручки тянет, хап-хап. Ножки тянет, оп-оп. Деньги тянет, хап-хап. А у маленькой девчонки загребущие ручонки. Дай, дай, постоянно дай. Знаешь, ты нарвешься, я скажу тебе гудбай. Дай, дай, постоянно дай. Вот как мы поступим, я скажу тебе гудбай. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай. Милая моя, долгожданная, солнышко мое, ты слишком ясное. Ну когда же ты скупишь все бутики? Может, я дождусь, ну хоть какой-нибудь любви. Ручки тянет, хап-хап. Ножки тянет, оп-оп. Деньги тянет, хап-хап. А у маленькой девчонки загребущие ручонки. Дай, дай, постоянно дай. Знаешь, ты нарвешься, я скажу тебе гудбай. Дай, дай, постоянно дай. Вот как мы поступим, я скажу тебе гудбай. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай, па-па-па-парам. Гудбай. Это шоу.
Ну а здесь мы въехали в поселок Солнечный уже. Доедем до перекрестка Чехова и Батавина. Погода была, сами, если наблюдали, то пасмурно, то он просвет. Солнышко выходило, дорога сухая была. Вот такой это был день. Кто заметил, проезжали на Дубовикова, показывал там плюс 3. Такая вот осень. А когда-то, я помню, в эти дни-то мы уже чуть не на санках катались. В детстве. Подмораживало все, лужи были во льду, и мы уже даже на лужах там катались по льду. Это было вот так вот. Потом не говорите, что я вам не показывал. Здесь не забывайте пропускать пешеходов, камера работает на этом. Благодарю всех за просмотр, берегите себя, не болейте, оставайтесь со мной. Следующий сюжет, как я вам сказал, в начале будет уже 16 ноября. Доедем до Энгельса, по Энгельсу, до пробуждения, обратно. То есть все, что есть, пока в архивы, буду вам выставлять. С левой стороны рынок Солнечный, торговый комплекс. До встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.